И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, ребята, сегодня со мной Кумир! Ты на связи! Че, кто там на связи? Ты залагал, дядечка. Короче, ребята, в общем-то, давным-давно, почти год назад у меня на канале была рубрика, где я смотрел ваши мувики, мувики под мой трек, короче, мувики с нулем просмотров и так далее. Я решил, почему бы и нет, почему бы не стать ближе к подписчикам, посмотреть, что они там делают, блин. Я сделал пост на своей страничке ВКонтакте, ребятки, где попросил вас отправить мне свои мувики, и вы благополучно их отправили, поэтому мы погнали смотреть. Всем приятного аппетита, приятного просмотра, лайк, подписочка на канал, обязательно с колокольчиком, уверен, идем к отметке в 750 тысяч, поддержи, братанчик. Все, мы погнали к ролику! Фух, дядечка, ну вот оно, собственно, постик, где он, где он, гол, скидывайте свои мувики, заценю. Смотри-ка, Люсик отправил, давай-ка. Опа. Надеюсь, что я сейчас посмотрю, как бы, Люсик, но окажется моим подписчиком. Давай глянем, что у него там происходит в мувикченском. Итак, смотрим мувик Люсьены. Люсьен. Ой, Моргенчертерен. О, да, это прикольно со смайликами. А что с качеством? Качество, что-то качество какое-то. А, это такое качество. Подожди, а что с качеством? Странно. Люсьен, что ты делал, а? Люсьен, ты что на... Люсик, что ты сделал? Что-то... Ну, мувик прикольный, прикольный. Неплохо, фраги топ. Да. Еще и спада. Бум. Че? Калати на яхте. Я случайно перемотал. Возьмите, перемотал случайно, я хочу перепеть. Калати на яхте, но все, что копать, потратил, но. Я буду эффекты звучать. Бам! Дай топ! Мне вообще трек Моргенштерна нравится. Щу-щу, бам! Щу-щу-щу, бам! О, найс. Мои эффекты покупайте, пишите в ЛС. Ра-та-та-та, let it go, let it go. И знаешь, я когда мувики смотрю, короче, понял, я сижу и кайфую от треков. Вообще, да, очень да, 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 музыка очень влияет. Ну и похуй. Оу. You have to, you have to. Как молодой Хефнер. А почему последний мувик, интересно, что он, все, вливает? Да, он при... Он под... Алло, ты чё, не понял? Не понял. Он говорит, последний мувик, а потом в песне поется, типа... Ах ты дурак, блин. О, Люсик, это жесткий мув, брат. Не, мувик классный. Музыка вообще четкая. Фраги все четко, братанчик, но с качеством что-то не то. Что-то не то, братик, надо подумать. Так что не могло быть все идеально, братик Илья Хончар. Все, мы погнали смотреть следующий ролик. Короче, Deep Town. Бесплатный увлекательный кликер с огромным множеством возможностей и стратегий. Прими участие в увлекательном путешествии к центру Земли, по пути к которому тебя будут ждать более 20 зон с уникальными ресурсами. Автоматизируй свое производство, продавая ресурсы. Получай максимальную прибыль и прокачивай свой уровень. В Deep Town тебя ждут захватывающие зубодробительные бои с различными боссами, в которых решают четкость твоих действий и твоя стратегия. В игре можно даже построить свой портал на межпланетный рынок и получать еще большую прибыль. Скорее переходи по ссылке в описании, качай Deep Town и давай проверим, сможешь ли ты возродить жизнь на постапокалиптической планете. Так, Евгений Москвин, тут миллион... А, нет, это один мувик всего лишь-то. Фига, он там еще 36 ответов собрал. Евгений, точка, точка. О-о-о-о-о-о. Ясно, смотрим. Aggression on. Он. Ну давай. Ой-ой-ой, песня какая. Ну-ка, о, кажется, уже какой-то нормальный вроде бы. Да, лучше, чем у Люсика. Ой-ой, вот это... Стоп! Стоп, а я Люсику поставил лайк? Лайк? Не знаю. Не поставил, конечно, нифига себе. Так, раз, лайк. Ага. Это как он карту? Карту так открывать можно? Да. Ничего себе. На М. Ладно. Буду знать, спустя год. Блин, мне не нравится фильтр мне... на самом деле. Да, цветокоррекция не очень нравится. Фраги неплохие, и музыку я вообще не знаю. О, вот это нормально, сильный фраг был. Ой, эффектик был нехороший какой-то. О, вот это офигенный! Вот этот кайфовый был, мне нравится. Это как в твоем New Year вот этом клипе. Да, 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 да.
Не, очень клево, прикольно выглядит. Замедление, знаешь, его, это было бы вообще кайф. Это, знаешь, кстати, это, скорее всего, даже не под мувик, это уже больше хайлайты, типа, просто. Да. Вот этот моментик с музыкой какой-то странный. Блин. Я в замешательстве, вот это нормально? Да. Еще один ноусон. Да. Нормально. Еще один. Ну вот это нормальный килл, вот это. Хочется нормальный. Под эту музыку прям что-то резко, знаешь, такой дж, да. Дж, типа, бам-бам. Да-да-да-да. Вот это хороший будет рекилл. На-на-на. Пойдет, на. Блин, да. Короче, резкости не хватает. Я понял. Короче, да, трек очень динамичный. Напишем. Больше бы динамики, брат. Ой, запятая, брат. Без большой буквы. Так, топ. Вот так. Все, оставляем комментарий и кайдем смотреть. Следующий. Мувик Ченский. Оценочку. Ну, давай по 10-бальной шкале. Короче, я даю 7 кумиров из 10. Так, и что? А ты что ставишь? Я, ну, как лучший мувимейкер вообще страны, я ставлю 5. Пятерочка, понял. Итак, Денис Стихнович, короче, пока без музыки. Кстати, жду предложений по этому поводу. Нормально. Слушай, давай, что сделаем? Напоем, может быть. Давай, трючок. Трючок жесткий. Стой, какой трючок? А снова я напиваюсь. Давай, короче, песню ты эффекты тогда, давай. Готов? Давай, эффекты и биты буду делать, битмейкер тебе. Как это? Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Мы с тобой не сильны, у меня пустой карман. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Мы с тобой не будем никогда никаких дальних слушай. Я даже знаю, что ты хочешь. И может даже мой сон. Требую мувик под наш трек с Денисом. Ребята, плиз, кто-то сделайте мувик под наш трек. Ладно, лайки я уже поставил, давай напишем. Брат, это... Это Настин реферат ставился. Брат, это пушка. Пушка, мы записали для тебя. Так это слышишь? Это гениально, ты просто в голове трек любой подгоняешь под этот мувик и все. Да. Короче, кто-нибудь, плиз, сделайте мувик под этот. Вы должны сделать, пацаны. Так, хорошо. Потому что тут у нас ютуберы тут нам накидали, нифига себе, блин. Ну, блин. Ну мы-то подписчиков хотим посмотреть. Да, так, давай, рандомно, давай, вот, давай. Илья не урод. Рандомно, миллиард комментариев оставил он, рандомно. Итак, мувик, готов? Готов, давай, да, с музыкой, надеюсь. Пусси бой. Ой, ну-ка. Слишком дорогой звук. Ой, хорошо. Неплохой мувик. Эффектики есть, хорошо. Так, бум, хорошо. Да. Найс. У меня такое ощущение, что что-то не то с качеством. Кстати, видос 30 FPS, серьезно. Да? Да. Ты хорошо был в жочке. Вот когда замедление, вот вроде бы просто замедление и уже кайфово смотреть, когда убивают. И плюс, типа, я очень люблю, когда именно в бит попадают фраги. Да, это вообще просто. Вот прям чёточка. Твёрдая десяточка. Десяточка. Ой-ой-ой. 10 кумиров. Из 10. Хорош, брат, хорош, нормально, четко, хорош мувик, кайф, лайк. Ну, есть, конечно, чем работать, да, как профессионал по мувикам говорю. Сразу тебе лайк поставлю, потому что... Ладно, погнали дальше посмотрим. Так, что у нас, кто у нас следующий? Владимир Ивченко. Сейчас еще посмотрим там все. Хорошая песенка. Это Мирч? А, Мирча фраги, типа, скорее всего. Короче, монтаж. Да, все поняли уже. Чела.
И ночами плачет, пока тихо спишь. Ой-ой-ой, пролеточка, слышишь, пролеточка. Это что сейчас было? Вот это сейчас... Начало странное очень. Да, очень не вбит. Вот это нормально, вот это нормально. А где фраги? Чух-чух, бух. Чух-чух, бух. Чух-чух, бух. Ну, вроде пытается подбить что-то, но вот это лишнее, слишком долго. Очень лишнее, очень лишнее, брат. Ну-ка, отрезай лица. Опа, Люсик свой своровал отсюда, походу, слышишь? Похоже, да. Стоп! 14 сентября, а у Люсика когда вышел? Я не знаю. Сейчас мы тебя поймаем. Сейчас заплачение, Люсенька. 14 сентября тоже. 23 часа назад. Все понятно, Люсик. 23 часа назад Люсик выпустил. А этот когда? А этот один больше одного дня назад. Ага, понятно. Все понятно, Люся, все понятно. Чух. Люсик, 1000 рублей на карту, братан, и мы молчим. И мы вырезаем этот момент. Ну, очень затянуты вот эти эффекты. И, короче, братан, используй твикстер, нормальный твикстер. Для замедления, вот это ужасно. Ой-ой-ой. Ничего там ОВМ светится. Ой-ой-ой. Дим. Это был импостер. Это предатель. Да. О, вот это прикольно был сейчас эффект. Ну-ка, еще раз. Давай. Да, подбиточек прям сделал, красавчик. И ночами плачет, пока тихо спишь. Нет. О, а куда звук пропал? Ой-ой-ой, он в воду упал, слышишь? В воду? Да. Итак, ладно. Есть над чем работать. Твоя оценка. Ну, короче, вообще эффекты прикольные, но слишком замедляешься, это очень слишком, вот это долго. Сколько кумиров из 10? Сколько кумиров? Ну, давай 6, 7 кумиров, 7 кумиров. 7 кумиров, и я даю твердых 5 кумиров, итого 12, ну, давай 6 кумиров из 10. 6 да. Кумиров из 10. Вот так, всю оценочку дали, нормально в кумирах измерять оценки. Пойдем, следующий мувик. Так, мы там кого-то пропустили, мне кажется. Так, этого посмотрели, Артем вот, Артем. Артем Федотов, этот чел мне еще и в ЛС спамил. Эй, давай, у нас есть 3 трека на выбор, видимо. Пусси бой, пусси. А, да, ничего. Пусси бой был. Был, да. О, Тентасьон хочу, да. Тентасьон или все-таки... Нет, Тентасьон. Тентатьон. Окей, давай. Минутка молчания с честь Тентатьона. Опа. А что с экраном? Не знаю. Ну, типа, в очень маленьком... Еще вот эта запись. С телефона чел делал. Не, ну с телефона... Даже с телефона, смотри, как но вешает есть. Нормально. Нормально вешает. Я бы с телефона максимум бабик бы смог купить, и все. Опа. Бам. Не, нормалды, с телефона чувачок пилит. Бам, хорошо. Ты видел? Да, играй хорошо. Воу! Что творит? С телефона, брат, это жесть. Да, это вообще жесть. Ой. Что-то с музыкой не то, как будто она тихая слишком, не? Не, я просто тише понимаю. Сделал, ты шо? Да-да-да. Ну, блин. Итак, лайкосик как бы залетает. Короче, пацаны, оставил ему комментарий. Фига ты с телефона вешаешь. 6,5 кумиров из 10 мы, собственно, поставили. Нормально, идем смотреть следующий мувик. Бузгуй. Это же Nokia Zon. Не вразы. О, подожди, это же Бэтгай. Сейчас сделаем это. Сейчас сделаем четко. Ты типа... Давай. Рано, ой, рано, какой рано, пердёж, рано. Пердёж. Слышишь, какой жёсткий, это пасюка? Это бас-буз, брат! Тихо. Я озвучу. Давай. Да. Пойдёт. Нормально. Пушкаря убил, прикинь. Вау! Егорка. А Егорка вообще в шоке. Отлетел. Бунга. Пушкарь.
его убил! Вау! Лохи, конечно, лохи, блин. Вообще как лохи отыгрывают скиллы, пушкарь как-то уничтожают их. Ну, брат, ну, это больше как какая-то нарезка выглядит, честно говоря. Ну, есть эффектики, есть парочку, не надо тут, блин. Ну ладно, давай сколько поставим? 4 ставим. Давай я тоже 4, короче, и получается пишем. 4 кумира из 10. Красава, красава. Все, улыбку не поставил. Пойдет, пойдет. В общем-то, пацаны, вот такие мувики. Неплохо. Лайк подписчикам, подписчикам, короче, отправляю. Ребятки, если шо, 15 тысяч лайков, снимаем вторую часть, где мы смотреть будем в вашем мувике в Standoff 2. На сегодня все. Надеюсь, тебе этот ролик понравился. Надеюсь, тебе понравились мувики пацанов. Надеюсь, понравилось, чтобы объективно хотя бы оценивали. Не подлизывай, так не делали. Да, в общем-то, все. Спасибо за то, что досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, поставишь лайк. Надеюсь, подпишешься на канал обязательно с колокольчиком, потому что мы уверены, идем к отметке 750 тысяч, я буду очень рад твоей помощи и поддержке. Просто нажми на кнопочку как бы красную, если она у тебя красная, сделай ее серой и колокольчик позвони. Все, всем спасибо за просмотр. Прям сейчас тыкайте на этот ролик, он получился очень классный. Я над ним очень старался, блин, смотрите его до конца. У микрофона, как обычно, был Раш, сегодня со мной был Кумиридзе. Всем удачи. Кумиридзе! Пока-пока, ребята!